кошки не были домашние, они жили в лесу. Вот одной кошке сделалась скуш, она взяла себе дружку, зайца. Любовался на него, какая на нем шубка, да какие у него ушки, да как он белый, я ему спорил ко мне. Однажды гуляли они по лесу, не оттуда не цельсились две охотничьи собаки. Кошку в разные ноги, а зайца бежать. Ну, одна собака за зайцем, другая поле делать не достает. Тут же догнали на глазах и собаки. Бабушка там была и видала, как этой кошке хозяйка пролила молока.